Сегодня, 20 июня, стартовала работа приемной кампании Южного федерального университета. Прием документов с 20 июня по 25 июля на заочную форму обучения, на очную форму обучения и на очно-заочную форму обучения бакалавриата и специалитета. Прием документов в магистратуру с 20 июня по 5 августа. В этом году у нас более 6 тысяч бюджетных мест, из них почти 2800 – это на магистратуру. В целом же мы планируем принять более 8 тысяч человек в Южный федеральный университет. В этом году, как и в прошлом, существует возможность подачи заявлений онлайн для поступающих по результатам ЕГЭ. Кроме тех абитуриентов, которые сдают творческие специальности и поступают в магистратуру, они должны прийти подать заявление лично. Особенностью этого года является проведение онлайн-вебинаров, в которых мы будем отвечать на особо важные вопросы, касающиеся подачи документов, особенностей приема 2017 года. Планируется трансляция вебинаров в социальных сетях. Таким образом, приемная комиссия становится более доступна и открыта для вас. Учебный военный центр является структурным подразделением Южного федерального университета, осуществляет подготовку граждан Российской Федерации для службы на офицерских должностях в Вооруженных силах Российской Федерации. Для поступления в учебный военный центр необходимо сдать документы согласно перечню, а также пройти вступительные испытания по физической подготовке. Обучение граждан Российской Федерации, студентов Южного федерального университета проводится методом одного военного дня. 5 дней в неделю студенты занимаются на основном факультете институте и один день в учебно-военном центре. Для этого предусмотрено в 2017 году обучение по одной гуманитарной специальности, обучение проводится в городе Ростове-на-Дону, и 6 техническим специальностям обучение проводится в городе Таганрог. В приемной комиссии Южного федерального университета работает телефон горячей линии. Все интересующие вопросы по поступлению, подаче документов, минимальным баллам вы можете задать консультантам горячей линии. Телефоны работают с понедельника по пятницу с 9 до 4, в субботу с 9 до 2. В среднем за день поступает около 500 звонков на телефоны горячей линии, и на все вопросы консультанты дают квалифицированные ответы. Номер телефона 8 863 2 370 370.